Авиакомпания «Якутия» открыла продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Число желающих воспользоваться льготными тарифами растет каждый год. Увеличивается и количество направлений перевозок. В этом году их 14. Тарифами могут воспользоваться граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, а также инвалиды первой группы и их сопровождающие. Период выполнения полетов с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Программа действует по 14 направлениям. Так, к примеру, стоимость авиабилетов Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург составит 7 тысяч рублей. Якутск-Сочи – 7 800 рублей. Якутск-Анапа – 8 400 рублей. Тарифы, зарегистрированные в системе продаж, определены постановлением правительства номер 1095. Топливные и другие сборы, в том числе сборы, взимаемые с продаж агентствами, запрещены.